ПЦР-тест за границей для казахстанцев станет сервисной услугой. Исследования на ковид включили в пакет туроператоров. Теперь за рубежом перед вылетом туристам не придется самим искать лаборатории для тестирования. Это будет заботой туристических фирм. Такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Новшества уже вступили в силу. Включение в турпакет стоимости ПЦР-тестирования, туркомпания сразу будет вопросы проговаривать. То есть и момент забора биоматериала, и момент, например, логистики, например, биоматериал будет, например, сдавать туристу именно в месте размещения, в своем отеле, в котором он проживает, и получение этой справки. Вплоть до того, как он сядет в самолет, вот эти все процессы будут проговариваться и будут выполняться туркомпаниями. В палате предпринимателей отмечают, что стоимость ПЦР-теста будет зависеть от страны и отелей, где разместились казахстанцы. По словам президента Ассоциации туроператоров Казахстана Инны Рей, новшество не сильно отразится на стоимости путевок. Владельцы турфирм уверяют же, что казахстанцы не станут реже отдыхать за границей. Напротив, многие рады такой новости. Цены не изменятся. Оплата ПЦР-тестирования выводится отдельной строкой, и каждый из туристов знает, какая цена ПЦР в той или иной стране, и он может сравнить и увидеть. Единственное, что изменится, это то, что это превратится в сервис, и туроператоры предоставят эту возможность сдать ПЦР-анализ какими-то специальными способами, которые не будут затруднять отдых туристов.